Вітаю! В ефірі програма «10 хвилин» і я її ведуча Олена Павловець. Про ексклюзиви під куполом цирку розкаже гість нашої студії, генеральний директор Криворізького цирку Ігор Хлібосолов. Вітаю вас у нашій студії. Отже, в умовах пандемії культурно-розважальна галузь, як і бізнес, найбільше відчули на собі всі прояви карантину. Розкажіть, як вам разом з колегами довелося зустрітися з новими реаліями? Чи вдалося зберегти колектив? Да, конечно. У нас наш цирк славится тем, что у нас большинство коллектива работает больше 10 лет. И мы очень гордимся тем, что у нас сплоченный коллектив, коллектив профессионалов, который способен перенести любые сложные ситуации. Огромное спасибо хочу сказать Министерству культуры, которое финансово нас поддержало. Выполнили полностью все условия по финансированию, поэтому мы вот вышли на начало года с новыми силами, с новыми идеями, с новой энергией для того, чтобы радовать криворужского зрителя новыми проектами. І до слова, що це за нові проекти? Я вже чула про шоу, нове шоу у вашій програмі 18+, бачила навіть у соцмережах досить багато фотографій, де просто видно повний аншлаг відвідувачів. Розкажіть, як виникла ідея для тих, хто ще не бачив нову програму, про що вона? Ну, аншлаг – це в рамках карантинних ограничений, тобто ми працюємо на 50% зала. От, ну, білети були продані задовго до початку представлення. Это еще раз доказывает о том, что мы живем в 21 веке, и зритель уже настолько подготовлен для того, чтобы видеть шоу мирового стандарта. То есть мы те программы, которые мы готовили еще до карантина, мы наконец-то их смогли привести в Кривой Рог. Программы очень сложные с точки зрения технологий. Это огромный бассейн, это огромные фонтаны, это лазерное шоу, это проектор, это спецэффекты. Ну и прежде всего это профессиональный водный балет, который практически все мастера спорта по водному плаванию. То есть, ну, я хочу сказать, что масштабных проектов на сегодняшний день в Украине нет. И слава Богу, что первым его увидел Кривой Рог. А что такого нового и цікавого, чтобы заинтриговать глядача? Ну, вы знаете, это вообще новое видение. То есть, это не цирк в том понимании, которое мы привыкли видеть с вами. То есть, это шоу, которое, ну, скажем, имеет свою философию. То есть это огромное количество технологических решений, которых просто так невозможно выполнить на манеже. То есть это специальное оборудование, которое специально для этого делается. Вот, то есть тот масштаб, те технологии, естественно, профессионализм артиста, вот он как раз дает ту картинку, вот те отзывы, которые мы с вами видим в соцмережах, они как раз и дают характеристику того, что на самом деле это получилось. И вот этот формат мы решили продолжить дальше. Скажите, если не секрет, кто был инициатором такой идеи? Ну, инициатором всегда я выступаю, потому что я... А как выникла тогда такая идея? Она давно уже была. Мы, на самом деле, мы готовились в прошлом году к 50-летию цирка. И мы хотели сделать что-то такое масштабное, чего никогда никто не видел. И показать, что 50 лет – это уже такая зрелая дата, что мы уже взрослые и способны сделать что-то такое, вот то, что сейчас модно в мире. Но, к сожалению, карантин нам немножко сбил наши планы, поэтому нам пришлось перенести, и мы позиционировали это не как 50-летие цирка, а как просто отдельное мероприятие, которое вот, способно вот, удивить чем-то. Є така цікава інформація, що Криворізький цирк у списку об'єктів державної реконструкції. Чи знали ви про такі плани, чи радилися з вами? Ми, діло в тому, що подавали заявку ще 2 роки назад, опять же, до карантину. От, в очередний раз хочу сказати спасибо міністерству, яке прислушалось к нашим просьбам. Потому что очень много отзывов, которые люди пишут в соцсетях о том, что нравится все, все замечательно, все очень круто, 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 но, к сожалению, зданию 50 лет, и 50 лет здание не видело ремонта. Мы не в состоянии своими силами это сделать, и я буквально 2 дня назад был у министра, министр пообещал, что он лично контролирует этот вопрос, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время, ну, ближайшее, насколько возможно, это в рамках законодательства, то криворужский зритель увидит обновленный цирк не только творческий, но и в планах здания. Скажіть, шоу 18+, це такий маркетинговий хід, адже в світі цирк – це не тільки для дітей, це шоу для всіх. Ну, ви знаєте, в світі він дійсно не для дітей. Тобто цирк – це такий вид іскусства, який строїться на трюки. І, як правило, трюк, який в системі
координат новых технологий, это шоу, которое больше нравится взрослым, чем детям. Просто в Украине больше сохранились традиции того цирка, который был, поэтому принято считать, что это детский вариант. Поэтому мы решили сделать два направления на сегодняшний день. То есть у нас есть две программы. Одна программа классическая, которая огромное количество тех же самых победителей международных конкурсов, обладателей гран-при, мировых звезд цирка, но с клоуном, с теми привычными видениями, как это привыкли видеть. Но мы посчитали, что взрослые люди тоже хотят видеть. Я так понимаю, что не каждый житель Кривого Рога сможет позволить себе поехать в Лас-Вегас и посмотреть шоу «Дюсселе». Во-первых, тобто ви Лас-Вегас привезли до Кривого Рога? Да. Я не побоюсь этого слова, смело могу говорить, и готов выслушать потом после просмотра мнение нашего зрителя. Но я на 99,9% уверен, что этот формат, который мы сделали, он будет интересен, и отзывы будут такие же самые, как после шоу, которое было 14 февраля. Так склалося, що в Україні зараз стаціонарних цирків не так і багато. Скажіть, чи ви підтримуєте зв'язок із своїми колегами? Я впевнена, що так. І чи радитеся, можливо, обговорити якісь ідеї для того, щоб цирк мав життя? У нас на сьогоднішній день существує Совет директоров государственних циркових підприємств. Ми збираємося раз в квартал. Цирк – такий вид іскусства, що мы не можем отдельно существовать. То есть у нас в любом случае идет обмен и программами, и артистами между цирками, поэтому мы периодически ездим друг к другу в гости, смотрим новые идеи, новые возможности. Поэтому то, что мы привозим Кривой Рог, это есть собирательный образ всего циркового искусства, не только украинского, но и европейского, и мирового. Скажите, а что цікавого подготовили напередодні жіночого свята? 7 марта, воскресенье, на 8 вечера, очередная программа 18+. Прежде всего, это будет интересно, что за час до начала представления в фойе будут организованы фотозоны, зоны питания, будет шампанское, устрицы, много чего интересного для взрослых. Ну и, конечно же, сама программа, в которой звездами программы будут обладательницы серебряной награды Монте-Карло прошлого года. Монте-Карло, все знают, это цирковый Оскар, то есть это самое лучшее, что есть на сегодняшний день в мире, не просто было договориться. Найвища нагорода, найвища циркового оркестра. Да, в мире, да. Президент этого конкурса – это принцесса Монако Стефания, поэтому уровень высочайший. Будут артисты, которые работают, как я говорил, в цирке Дюсселе, которые нам повезло, приехали в отпуск, и как раз получилась возможность их. Будет световое шоу, будет лазеры, будут артисты-победители международных конкурсов, которые еще не есть взрослые, но при этом они уже исполняют взрослые трюки. Это тоже интересно. Как раз вот мы и покажем то, что тот путь, который наш цирк прошел за 50 лет, от самых маленьких звездочек до мировых уже общепринятых. Поэтому я всех приглашаю, уверен, будет интересно. И на завершение программы, які ще плани на найближчі місяці для криворізького глядача? В марте-апреле у нас стартует новая программа «Солярис». Программа очень интересная, потому что подобрана так, что практически на 90% состоят из рекордных трюков. То есть те номера, которые на сегодняшний день являются лучшими. Вот те трюки, которые повторить никто не может, поэтому адреналин, эмоции, все это гарантировано аж до окончания апреля. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову, за доречну інформацію. Це була програма «10 хвилин» про ексклюзивне в світі цирку. З вами була Олена Павловець. Зустрінемось.